Здрасте! Добро пожаловать на канал Охота и Рыбалка. Сегодня у продачи от вашего шефа Сержа Марковича форель. Такой кисленько имбирный. Дала приготовление нашего блюда, уважаемые друзья. Кроме, конечно, форела, принадобится мука. Форел засолим. Внутри тоже. Конечно, сначала там жабре, живот. Выложим сковородку на плиту. Ключим ее. Нальем оливковое масло. Хотите растительно. Много особенно не надо. Форел завалим у муку. Так. О. И ос на сковородку. Пока наша рыбка жарится, заберем лук. Порежем. Это будет достаточно. Немного паприки. Как оно не бы было так на три угла. Легче будет жарило се. Тоже самое с луком. Сковородка у нас такая маленькая. Это будет достаточно. Выложим. Пускай дает аромат. У нас очень много лимона. Вырежем наполовину. Наша рыбка там чуть-чуть толстая. Заберем лопатки, немножко лук и перец отвернем в сторону, превернем это все, чтобы эта сторона прохладала се. Неплох вариант, чуть-чуть сельдерея. Добавим. Также тимьяна можно добавить немного, ничего страшного. Возьмем ложку, все это смешаем. И, уважаемые друзья, добавим чуть-чуть соли на нашу рыбку. Дальше берем лопатку. Переворачиваем на другую сторону. Стараемся, да, рыбу до спины хорошо обжарим. А потихонка обжариваются наши овощи. И ее заполняет прекрасным ароматом. Тут у меня есть немного бальзамического уксуса. Также добавите чуть-чуть. О, уже у рыбки есть кора. И сейчас можно все экспериментировать, попробовать, чего все можно сделать. Пока она тушится, у нас есть помидорчики. О. Также добавим. У меня есть имбирь, который маринованный.
такая сильная штука. Китайцы любят имбирь. Тут давай имбирь. Как жарится наш лук? У меня есть немного сахара, песка. Значит, добавим сахар, песок. Немножко это все закарамелизуем. Смешим. Больше мешайте, меньше болтайте. Тут добавим немного лимона. О. Еще немножко. У меня есть кусок сливочного масла. Добавим, чтобы соус получился. Сливочное масло немножко смягчает кислоту, лимон. Это будет достаточно. Все это смешаем. Так, чуть-чуть попробуем. Интересно. Ставим тарелку. Перевернем наш форель. Так, почистим все это. Забираем одну тарелку. Убираем с плиты нашу рыбу. Выкладываем на тарелку. Ложка, вилка. Голову вырубаем. Хвост вырубаем. Так. Нижний плавник снимаем. Потом, уважаемые друзья, у нас есть верхний плавник, который нам и не нужен. Так. Берем нашу рыбку. Узкост. Поворачиваем на другую сторону. И видите, верхняя часть получается замечательный филет без костей. Нижняя часть, как здесь живот, тут, слава богу, все осталось. Форель такая замечательная рыбка, где, когда кост снимаете, оно, если хорошо обжарите, протушите, оно всегда остается сами, можно заметить эти кости с живота. То же самое делаем с другой стороны. Так. Опс, мясо мы не пускаем никуда. Во, мусор. Еще один филет. Еще там куски. На самом деле есть эти наши друзья, которые любят кожу. Я как-то сегодня хочу без кожи. Так. Это нам больше не нужно. Так. Берем. Берем. Наш перец, лук, сельдерей. Кладем в круг наши рыбы. Очень люблю, когда кушаем жареный лук.
to nas jest naše maslo. Prapitano, karamelizovano. Там сахар, лимон, так дальше зальем нашу рыбку, чтобы больше через горло лучше проходило. Так, кладем лимончик на любителя 2. Добавим наверх чуть петрушки. Так. Можно это украсить веточками тимьяна, так, чтобы то было красиво. Обязательно, мои друзья, добавьте свежий молотый перец. Имбирчик. Потому что это было у соусу из лимона. Имбирь он такой немножко сладковатый, маринованный. Мне кажется, что это будет все очень замечательно. Я вам желаю, чтобы эту рецептуру попробовали, экспериментировали. Это очень-очень-очень вкусно. Оставайтесь и дальше на канале Охота и Рыбалка. Я поехал, это все попробуем. Спасибо вам и до свидания.